Фестиваль КВН в Петропавловске. За Кубок Акима Северо-Казахстанской области боролись 9 команд. Три из них представляли города России – Омск, Курган, Уфа. Шутили традиционно о любви, политике и полиции. Подробнее в репортаже Армана Баинде. Фестиваль КВН открыла сборная Северо-Казахстанского государственного университета имени Манаша Козыбаева. По словам одного из участников команды СКГУ, играть на одной сцене с прославленными юмористами – это реальная возможность обменяться опытом. В этом году побороться за кубок в северный регион прибыли сильнейшие команды городов Казахстана и России. Выбрать лучшего – дело не из простых, говорит руководитель областной лиги КВН Евгений Пеньков. Фестиваль ежегодно, и каждый год все больше и больше команд стремится попасть в Петропавловск, показать свой юмор. А сегодня наших зрителей порадуют команды из России, из Казахстана. Это наши гости, это города Омск, Курган, Уфа, Караганда, Кокшетау, Павлодар, Кустанай, Астана. То есть фестиваль будет очень такой серьезный, очень веселый. Чемпионы Акмолинской лиги КВН, команда города Кокшетау «Васаби» впервые принимают участие в борьбе за Кубок Акима Северо-Казахстанской области. Создали ее в 2006 году. За 8 лет кокшетауцы успели показать свой юмор во всех городах Казахстана. Надеемся стать первыми на сегодняшнем фестивале, поделился с нами Асет Байжолов, игрок команды «Васаби». Так как мы впервые в Петропавловске, давайте для начала познакомимся. Это Нурбол. Я играю в футбол, волейбол, баскетбол, нурбол, балабол. Мы, так сказать, новички этого фестиваля. КВНчики – это, как вы знаете, расшифровка «Клуб веселых и находчивых». Помимо того, что мы веселые, мы и находчивые. Мы всегда готовы к любой игре. Мы шутим обо всем, абсолютно, что происходит, потому что КВНчики – это такая веселая бригада, так сказать, которая, где бы они ни находились, на свадьбе здесь, они везде находят юмор. Как говорится, главное не победа, а главное участие, как говорится. Но пусть всем командам раздадут дипломы за участие, а нам за победу. Ребята зажгли зал искрометными шутками и хорошей актерской игрой, чем и вызвали шквал восторженных аплодисментов зрителей. Но победить им не удалось. Гран-при фестиваля и Кубок Акима Северо-Казахстанской области увезла команда из Уфы. У кокшетауского «Васаби» первое место. В номинации «Самая артистичная команда» победила сборная Петропавловска «ФИТ-ФМ». Призеры и победители награждены кубками, дипломами и ценными призами. Арман Баендер, Роман Куценко, новости МТРК.